На базе Курганского техникума сервиса и технологий конкурс профмастерства проходил в трех номинациях. Лучшую швею выбирали среди работников организации легкой промышленности Курганской области, студентов профессиональных образовательных организаций и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Состязание проходило в два этапа. Конкурсанты прошли компьютерное тестирование, показывая свои знания теории, затем показали практическую работу. Мы планируем конкурс продолжать. Это очень хорошая, так сказать, инициатива, очень хороший вариант именно для профессионального роста наших студентов, профессионального роста наших преподавателей, мастеров производственного обучения. В Кургане конкурс профмастерства проходит уже третий год подряд. Помимо девушек, участие в нем принимали и юноши. Конкурсанты представляли учебные заведения и организации Кургана, Шадринска и Куртамыша. Некоторые из студентов уже определились с будущей профессией. Свое мастерство планируют повышать в швейном деле. Я планирую дальше идти работать либо на швейную фабрику, либо что-то свое открывать. Цель конкурса – показать молодежи востребованность этой профессии, представителей которой не хватает на предприятиях региона. Мы этим конкурсом и вообще этими мероприятиями просто говорим, что эта профессия нужна, и у нее большое будущее. Второй год подряд в данном конкурсе принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Помимо получения профессии, они получают поддержку в будущем. Мы не только обучаем таких ребят, но и далее сопровождаем их, помогаем им в трудоустройстве, в определении их жизненного пути. Оценивали работу участников компетентное жюри, а также педагоги, представители будущих работодателей и предприятий, где победителям, возможно, предоставят рабочее место. Представители работодателей видят конкретно, так сказать, результаты нашего труда, видят, насколько уровень подготовки наших выпускников будет соответствовать требованиям времени. По результатам конкурса в номинации «Лучшая швея» среди работников организации легкой промышленности победила Людмила Менщикова с Курганской швейной фабрики. Среди студентов первое место у Алены Малышевой, учащейся Курганского техникума сервиса и технологий. Светлана Стенникова из этого же учебного заведения стала лидером в номинации «Лучшая швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций. Победители были награждены дипломами, почетными грамотами и подарками. Жанна Карманова, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру».